Здравствуйте, дорогие огородники! Сегодня я хочу продолжить тему организации автоматического полива у себя на огороде и немного расскажу вам, как организовать полив мелких культур, таких как морковь, свекла, зелень, в принципе и лук, с помощью капельной ленты. Почему я именно хочу сказать, что надо использовать именно капельную ленту? Хотя она не очень долговечна, но мы эти культуры всегда делаем севооборот. Поэтому мы всегда, каждый год их сажаем на новых грядках. Поэтому устанавливать долговечные капельные линии или капельные системы, в принципе, большого смысла нет. Именно по этой причине я использовал капельную ленту. Она дешевая, вот. У нее шаг капельниц очень маленький, 10 сантиметров друг от друга, поэтому она как раз поливает весь рядочек. Вот, у меня на грядке здесь посажена морковь, посажена в 4 рядка. И буквально рядом с этими рядками я растянул капельные ленты, как вы видите, за их соединил фитингами, которые для ленты специально продаются. Естественно, при входе установил кран, чтобы я мог регулировать и давление в системе, и когда, например, на случай, если прошли дожди, потому что это все под открытым небом, я просто этот кран закрываю, и у меня автоматика даже срабатывает, но грядка не поливается. Поэтому кран всегда нужен, естественно. Вот и все. То есть система сейчас поливает. Вот вы видите, она капает потихоньку. То есть я кранчиком опять могу регулировать давление. Могу увеличить. Вот, приоткрыв его побольше, я увеличу. Закрыв его немножко, я могу давление уменьшить. Это особенно, если мы используем, например, центральный водопровод, где высокое давление, с помощью крана мы можем регулировать как раз количество необходимой воды и его просчитать, сколько течет воды через капельницы, просчитать, на какое время нам включать, опять же, либо таймер, либо чтобы мы через один таймер, если запитываем сразу несколько грядок, как я хочу сделать, запитать фактически почти все грядки через один таймер, то надо, чтобы примерно с помощью кранов сделать везде, чтобы вытекалось нужное количество воды именно для той культуры, которая будет посажена на данной грядке. Вот и все, что я хотел сказать про организацию полива мелких культур. Мне кажется, что капельная лента здесь подходит лучше всего. Пока!